ходишь. Первый сет, может быть, мы как хозяева площадки, может быть, они там где-то переволновались. Мы агрессивную подачу подавали, и какое-то смятение у них было, может. Поэтому такой счет. Но после легких партий обычно бывают вот такие провалы. Но ничего, перестроились, молодцы. В принципе, неплохо сыграли по разбору. То, что мы хотели увидеть, девчонки сделали, молодцы. It was really tough game. Dynamo doesn't have really good quality players, and they showed their best today, and we were not good enough. So this is the result. Congratulations to Kazan. The first set they make a lot of errors. Second set they start to defense more, and we came, I don't know, in some situation that we were not so patient. But after we take our rhythm and we close match and. To do our best. This wasn't our best game. So yes, but we are come back a little bit more good looking on the court. Претензии всегда есть. Хочется более качественно. Много грязи, все равно можем чище намного играть. Где-то не хватает концентрации, где-то мы думаем, что другой кто-то сыграет, либо мы не ждем какие-то моменты. Но это время, нужно сыгранность еще добавлять и требовать от каждого, чтобы от себя требовал максимальной самоотдачи в каждом моменте. Может, опять же, там счет где-то соперник расслабляет, но надо себя спрашивать в первую очередь. For sure, three points very, very important for us. Today we make a great job, especially in first set. After maybe we relax a bit, but at least we take three points, 3-0, and this was our target. Ну и дальше у нас, вот сейчас будем готовиться к кубку, к финалу, поэтому все мысли уже об этом.